5 февраля 2021 года. Юрий Васильев, канал «Почти из центра». Через 10 дней должна начаться массовая вакцинация жителей Украины. Однако, по имеющейся у меня информации, подавляющее большинство жителей очень болезненно относятся к той вакцинации, которая должна начаться. И у людей, как и у меня, есть ряд вопросов как к самой вакцинации, так и к вакцинам, которые будут нам предложены. В ближайшее время я постараюсь найти какие-то ответы, какую-то информацию на интересующие меня вопросы и постараюсь дать эту информацию всем остальным. Я не являюсь медиком, только как пациент я имею отношение к медицине последние 60 с небольшим лет, поэтому информация, ту, которую я буду давать, будет носить простой, доступный характер. И те люди, которые будут давать эту информацию, я буду просить, чтобы они эту информацию доносили простыми словами, доступными для всех жителей, которые будут нас смотреть. Поэтому до новых встреч в ближайшее время.